Что вы знаете о проверке сердечно-сосудистой системы вашего организма? Привет, Маш. Привет. Маш, давай расскажем сегодня твоим подписчикам, зачем нужно проверять сердце, даже если тебя ничего не тревожит. Начнем с того, что сердце вообще никогда не болит. Это орган, который не дает боль. Поэтому наш лучший эксперт, врач-кардиолог и функциональной диагностики, расскажет все методы наши. Это наш врач высшей категории, кардиолог, врач функциональной диагностики. Заходим, она сейчас тебе все расскажет, это наш лучший эксперт. Чек. Обследование сердечно-сосудистой системы включает в себя первый этап, это электрокардиографическое исследование. Оно проводится как в покое, так и при физической нагрузке. Этап номер два. Мы устанавливаем суточное мониторирование артериального давления, для того, чтобы в течение суток мы могли контролировать изменения артериального давления при физических нагрузках и во время сна. Третий этап обследования сердечно-сосудистой системы – это холтеровское мониторирование ЭКГ. Мы устанавливаем такой же аппарат, как при банальном рутинном исследовании ЭКГ, только на сутки. Пациенту устанавливаем электроды и идет съемка ЭКГ во время также физических нагрузок, в покое, при пробуждении. Врач, непосредственно кардиолог, оценивает работу сердечно-сосудистой системы во время суток, может быть двое и трое. Эхокардиография исследует работу сердца в реальном времени. Исследуем состояние мягких тканей, толщину стенок сердца, толщину предсердий желудочков, можем выявить клапанные нарушения, врожденные пороки, приобретенные пороки сердца. И также отслеживаем движение жидкости внутри сердца и ритмичность сокращений. Пятый этап обследования сердечно-сосудистой системы – это тредмил-тест. Проба с дозированной физической нагрузкой. Проводится для оценки состояния сердечно-сосудистой системы. Метод позволяет выявить нарушение сердечного ритма, провести дифференциальную диагностику аритмий, оценить причину загрудинных болей и патологические изменения артериального давления при физической нагрузке. Оценить в целом реакцию организма на физиологические по возрасту физические нагрузки. Дорогие друзья, наше сердце – это наше все, которое запускает все важные процессы в организме. Чтобы мы не умирали во сне и не теряли своих близких в неожиданных для нас ситуациях, нужно обязательно обследовать свое сердце. И в нашем медицинском центре вы можете пройти полноценное обследование у нашего лучшего врача высшей категории по телефону 495-788-0303, и для вас действует специальная скидка и акция.